опять из-под колес дым. Вали столбом, красный опять развод мостов, но не тормознем. И в дальнем свете фонарей дружною пехотой мы объедем боком три кольца Тойоты. Он жил... Фир, привет, это я, Фрэш, ты по голосу, наверное, сейчас понимаешь. Я вижу, что у тебя средний лампочек. У тебя опять сейчас будет тролль-друга. Чтобы ты сделал ноль онлайна на стриме. Если ты даешь, делаешь ноль онлайна, я тебе даю 10 тысяч рублей. Наверное, сейчас понимаешь? Наверное. Я вижу, что у тебя средний онлайн 250 человек, я тебе даю челлендж, чтобы ты сделал 0 онлайна на стриме. Если ты даешь, делаешь 0 онлайна, я тебе даю 10 тысяч рублей. Ну что ж, ребята, выходим все с трансляции. Ир, запусти, короче, на своем другом этом аккаунте, что? Запусти там, короче, чтобы 0 человек было. Также можно? Я должен на этом, я тут должен сделать. Все, ребята, давайте до свидания. Можете выходить с трансляции. Ну, как бы я ее не должен заканчивать, но вы выходите. Да это невозможно, блядь. Кирилл, помогай. Ребята, все, давайте, всем пока, выходите. Пока-пока. Выходим, пока-пока. Все, закрываемся. Лавка закрывается. До свидания. Всем пока. Алло, алло. Пока. Так а что вы пишете, пока и не выходите? Выходите. Да, там не выйду. Ты че, да, блядь, это невозможно. Алло, алло, ребята, выходите. Ну, Фрэш, козел, блядь. Вот Фрэш, козел. Смотри, улыбку пишет, козел. Да, козел. Выходите, алло, вы что, не слышите? Я сейчас микрофон бустану, короче, вообще на максимум. Сука, меня зомби бьет. Сделать, блядь. Только сейчас, подожди. Не хотите по-хорошему выходить? Сейчас будет по-плохому. Сейчас, пацаны. Слабонервным просьба отойти от экранов. Алло, вы слышите меня? Выходите. Алло, все выходите. Вот некоторые начали выходить. 200 человек, вам тоже выйти надо. Алло, алло. Вышли, быстро вышли. Выходите, пожалуйста, выходите. Пожалуйста, выходите, пожалуйста. Выйдите, пожалуйста. Переименовываем трансляцию. Вы не заходи. Не заходи. Сюда. А если зашел, то выйди, напиши. Сюда. Да, блядь, 0 человек это невозможно, да пиздец. То выйди. Выйди. Выйди, Абубус. Да какой онлайн прибавляется? Может вы выйдете? А, капуста пришел. Выходите, алло. Деньги не кидаю, денег нету. Выходите, алло. Выключи, долбоёб. Сейчас мышку сломаю, нахрен, тыкаю вот здесь. Вот так вот делаю. Сплющ по-другому каким-то. Прям ещё сплющу. Ща, подожди. Поставь ее по центру экрана, чтобы непонятно было, куда ты хукаешь или что-то. Вот так вот. Вот так вот будет, короче. IP еще, IP, поставь большую. Сейчас, вот IP делаем вот так вот, подожди. Играем в доту. Что это, блядь, такое? Теперь. Сейчас звук настроим, подождите. Ухо можно вот так вам сделать, пацаны, удобно в левом ухе слышать меня? Алло, ребята, нормально? Нормально? Ничего не бесит, алло. Алло. Раз, два, три, проверка звука, раз, два. Здорово. Что, я запускаю? Алло, я буду на поддержке буду. Я буду на поддержке играть. Что, ты говоришь, тебя керри был? Да, давай. Все, погнали, получается, каточку. Да, заходите. Вам, наверное, на экран легко смотреть как-то. Надо что-то сделать, получается. Надо как-то вот так вот сделать, чтобы было виднее. Вот так вот. Доту. Вот так доту виднее, мне кажется. И донаты больше делай прям, блядь. Поставь на середину экран донат. А, кстати, да. Давайте теперь вправо, может, вот так вот. Немножко поменять надо, смену обстановки. А ты, короче, меняй и разговаривай, блядь.
Ну я устану, это я не смогу так. Алло, алло, ребята, давайте подписывайтесь на канал и выходите, выходите с трансляции. Ребята, пожалуйста, выйдите с трансляции. Алло, 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 выйдите, выйдите. Бля. Дизлайки не ставьте, выходите. Вот так лучше, да? Тихо. Да, смотри, я могу вот так вот, алло. Даже кто-то дизлайк снял. Сейчас, подождите, ребята, вам еще одну фичу на экран вытащу. Выйдите, пожалуйста. Пожалуйста, я вас прошу, 10 000 Не говори так близко, блядь. Вы хотите? Сегодня я найду 10 000 Завтра вы пойдете мне на дороге. Но это тоже не мог. Так что прошу, пожалуйста, выйдите нахуй с трансляции. Спасибо, что лайки убираете, тоже огромное спасибо. Я не хочу от этой IP гладить 5 минут. Лайки убрали, ребята, зачем лайки убираете? Спасибо за такую поддержку огромную, что вы снимаете эти лайки. Скиньте ссылку, чекайте, чекайте. К концу катки 200 человек будет, уверен, минимум 200. Может и меньше даже. Сейчас вы мою игру видите, охренеете. Сейчас я тут типа так саппортить буду. У меня вот уже даже пустой инвентарь. Вот сразу ботинок купим только. Все, мне летит ботинок, ни вордов, ничего. Сейчас чисто будем кэрри. О, 270. Хо-хо-хо-хо. Кайф. Че, ты сразу ко мне на линию? Тут я. Давай помогай. Арбузы, не хочу арбузы включать, еще я тоже выйду того. Если арбузы включать. Там точно авторские права. Ну да. А я врубаю без АП вроде бы как все остальное. Алло? Алло? Алло, всем привет. Всем здорово. Всем привет, здравствуйте. Сделаем микро погромче, тихо слышно, ФФ пишет. Надо, наверное, да, реально сделать еще немножко громче. Хотя я больше не могу, я все выкрутил. Блять. Тебе нравится IP? Я буду параллельно пытаться играть. Бафни меня. Блять, это сложно. Прикинь, никто на тебя заходит, а сидит в воздухе, там что-то чешет, блять. 5 минут глажу IP, 5 минут, сука, 5 минут. Нахрен 1000 лайков вы поставили? Где вообще? Откуда столько людей у меня тут на трансляции? 1500 лайков, и он будет лизать IP. 20 секунд. Сука, хоть! В таверне сейчас полусидеть. Ага. Нет, один раз ближу на 3000. А сейчас можешь его лизать? Да не буду его вызывать. Прям продольно так язычком вот это все проведет. Вовчик, не знаю, Вовчик. Выйди с трансляции, Вовчик. Передай мне привет, когда я пойду. Передаю привет с водки. Все, пока, водка. Кому еще? Мне Михаил Пашкин. Михаил, давай, пожалуйста, привет. Так, кому еще? Кто тут? Начат летит слишком быстро, я не вижу, кому еще передать привет. Дианка, привет, Кувшинка, привет, Ася, привет, Фоти, привет, Попка, привет, Флексикс, Нинг, Кинг, Флекс, привет, Илья, привет, Саня, здорово. Ну ты что пишешь, ты что, неадекватный? Так, Дианка, Кувшинка. Я уже передавал, Кувшинка, ты еще не давнула? Окей. Извини. Ангел еще купил рыбку. Вы что, у вас карты появились? Рыбку покупать? О, уже 189. Нормально, нормально, рабочий способ. А сука, откуда? Это трансляция уже в черный лист ютуба должна была попасть. Ну, прикольно, на ролике перестал набирать просмотры по судье. Это я кайфанул, конечно, да.
Ну я ее сразу удалю, после того, как она закончится, я сразу удалю эту трансляцию. Это сохранить будет, Алёна. Гандан, ёбан, сейчас закрыл, верни мои 30 рублей, или пизда тебе, и ещё ты лох, ёбан, который вздыхает всегда, ты лох, передай привет Кириллу и Диме, они лучшие, а ты детская пародия, я сделаю тебе джага-джага. Сам ты лох, ливни отсюда. Джага-джага он не сделает, велосипед. Как он меня тут видит, сука. Ну все, наигрался он на фантомке, чел. Ставь лайк, если жалко. Жалко вообще лайки. Кому жалко, давайте, пожалуйста, ставим. Пассив! Фотографирую закат. Подрочу потом, я так рад. Я тебя тоже не слышу, да? Точка, точка, я тебя не слышу. Ну все, и закатка, и зими получается. Просто уходи, да, короче, сейчас. Да, я уже могу просто отойти, там, не знаю, я не подумал, что стоит, не стоит оставаться на трансляции. Ай, блядь, палец сломал, сука! Ааа, ебать! Я что-то не туда его повернул, ебать! Бля! Перелом тройной, сука! Не, ты чё, ещё тут? Ребята ещё смотрят, там ещё... Ну, ла-ла-ла, не увеличивается, если шо, шо было. Шо? Короче, этот, фуфуф ещё... закинул к себе... нахуй этот. Ау, он в телегу закинул? Я думаю, что за фигня такая? А ну-ка... Ха-ха-ха, что это пишет, реально? 19:40. 40 дней внизу. Нету ложки, нету. Все, я на первом сервере. Здесь локация. Чё, прощаемся? Давай прощаемся, а чё говорить? Чё мне говорить? Ну что же, всё, конец ролика. Фир ещё до сих пор стримит. У него сколько... сколько? 124 зрителя. А ты, кстати, получается, я отходил на часа два, да? Ты пришел после того, как ты ушел, якобы, да, уходил спать, а потом приходил и час пытался вот это все вытворять, да? Да, даже больше часа прошло, наверное. Прям дофига времени. Ну, вот так вот. Что сказать? Какие были твои ощущения? Ты сейчас, ты стримил 5 часов. Что, как, что можешь сказать? Я устал. Что еще могу сказать? Я реально устал. Я столько просил, умолял, там, не знаю, на коленях стоял в Майнкрафте вот так вот. И всем пофиг было. Ну, некоторым не пофиг, конечно, спасибо тем, кто, кому было не пофиг. Да, я, кстати, заметил, что когда вот, ну, эфир якобы пошел спать, я видел, как люди в комментариях писали, что выходите, выходите, типа он челлендж. Пытались, да, помочь, типа, да. Да, вот люди прям... Вот, вот таким людям респект, вот прям, кто прям помогал, ливал, вот таким респект. Все, давайте, всем спасибо,
Всем пока заранее. Камри 3.5 из-под колес, дым валит столбом, красный опять развод мостов, но не тормознем. И в дальнем свете фонарей дружною пехотой мы объедем боком три кольца Тойоты. Камри 3.5 из-под колес, дым валит столбом, красный опять развод мостов, но не тормознем. И в дальнем свете фонарей